Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пополнение новинками и Black Fox, артикул 743. И эта модель компактная, упаковка уже нам привычная. И давайте посмотрим по самой модели. Накладки из G10, достаточно цепкие. Видим флиппер. Насечек нет, они представлены вот в этой части, за которую, собственно говоря, и цепляетесь большим пальцем. Бэкспейсер в задней части на треть корпуса. Клипса имеет постоянную ориентировку со сквозным отверстием для разборки и снятия ее. Такой необычный клинок. Сталь, видим, 440C. Достаточно стандартная или серийная. Необычным делает его эта форма клинка. Будем его называть, наверное, реверс танта, да, поскольку вот этот угол, он представлен с противоположной стороны классическому танту. Спуски прямые от середины клинка. Сведем неплохо, порядка 0,4-0,5 мм. И маркировка стали 440C Black Fox. На обухе дополнительные спуски. Ну и давайте по замку. Здесь Liner Lock. В осевом узле мы видим подшипники. Влетает он неплохо. Общая длина ножа составляет 180 мм, клинок 80, по обуху троечка, в сложном состоянии 100. 420C, 56-57 по Rockwell, спуски прямые, обработка сатин. И вес данной модели составляет 67 граммов. Неплохой нож в качестве помощника при частом применении. Ну, цена его порядка 4000. Сами уже делаете выводы, насколько это приемлемо. Ну, с нынешними курсами цена известна, почему такая, а вот стоит ли он таких денег, это уже решать вам. Всем спасибо, движемся дальше. Пока-пока.